Здравствуйте, ребята! Это Майнкрафт. Вы скажете, ты чё, придурок, что ли? Тебе опять бошку прищемила крышка унитаза? Я скажу, нет, это замечательное времяпровождение. Всем рекомендую. Вот, делать все равно нехер. Поэтому одиночная игра. Назовем нашу карту Хек. Нет, не Хек, Русь. Русь-матушка. Создать... Блин, тут надо было создать новый мир. Русь. Выживание, конечно же. Создание строений включено. Я не знаю, что это такое. А что там, правда? Так, использование читов нет. А, так вот, как надо было читы использовать. Бонусный сундук выключен. Тип мира по умолчанию. Вы, кстати, объясните мне, кто шарит, что это значит все. И создать новый мир. И первым делом надо построить, конечно же, не кровать и не дом, вы скажете. Нет. Так как мы на Руси, надо было назвать мир Русь 988, церковь. Мы будем строить храм, обязательно церковь, вот, где не будет никакой нечисти. Я, кстати, удивлен, почему мир бывает лагает, в том плане, что тут все в пикселях. Как бы и так, чему тут лагать-то, правильно? Ну, тут грузится вообще ни хера, ничего не понятно, все лагает. Блять, да ебаные лаги, смуха, лагает даже Майнкрафт, я не понял почему. Короче, очнулись мы где-то в раю, видимо. Даже не знаю, ну надо начать с дерева как минимум, обязательно. Наверное, с темного, хотя я люблю эти... Зеленые деревья, желтые деревья, березы всякие. Сейчас замутим крафт, сделаем палку, пойдем в деревню и засунем ее кому-нибудь в жопу. Вот, отберем у них хату. Кстати, действительно, зачем что-то строить, если можно просто-напросто найти какого-нибудь деревенского, взять топор и отмудохать его. Инвентарь. На самом деле, я уже забыл, как что делается. Ну, так себе закрыл, скажем. Помню, что есть верстак, который мы можем поставить вот сюда. И замутить парочку палок. Правильно? Отлично. Так, теперь обратимся вот сюда. Как почему-то я не могу сделать ни одного топора, ничего. Да, кстати говоря, непонятно почему. Я забыл, вот как надо сделать палку. Ой, а, вот, появилась, наконец-то. Конечно, топор нужен для начала. А, кирка. Кирка есть? Да, конечно. Кирка есть. А вот и все. Это что такое? Это ростки какие-то, которые нам не нужны. Яблоко можно съесть, пока что не естся ничего. И давайте срубим пару деревьев. Возможно, мы... Я просто смотрю места какие. Может быть, здесь стоит поселиться? Блять, я и звук-то включил. Да, звук есть. Отлично. Так, вот лагает что-то только. Прекрасная местность, на самом деле нет. Все, рубим, давайте, дерево, чтобы побольше рубанем, чтобы и поле очистить, и... Просто дерево, оно вообще очень быстро расходуется. Как вы все знаете, давайте рубим елочки или что это такое. Ну, если это горы, то, скорее всего, какие-то хвойные деревья. Вот, но местность, конечно, так себе, гористая. Домик здесь не очень удобный, наверное, строить. Но зато, я думаю, очень... Все нормально, ничего. Вот, давайте тут для начала построим хату. Да ёб... Так. Вот, собственно, местность есть небольшая. Предлагаю срочно рубануть свинью, потому что... Потому что нужен хавчик. Да чё ты не убьёшься никак? Куда? Блин, стой! Отлично. Ну, всего-то одна свининка, поэтому, к сожалению. Итак, нам нужно временное убежище, но... А, перед этим, да. Станок-то еще один соорудить, потому что тот-то я убежал оттуда, у меня там лагать что-то начало все нахер. Вот. Да ладно, я шучу, я просто упал с горы. Так, и кровать. Срочно нужна кровать. Твою мать, а кровать? Для кровати нам нужна овца, поэтому... Поэтому нет смысла тут вообще оставаться, быть здесь. О, господи, я же испугался, это корова была. Будем срочно бежать
изо всех сил, как только может наш персонаж. Вот, ну, скорее всего, я сдохну прямо сейчас. Вот какая-то поляна. Ну, это, похоже, болото просто. Вот я вижу впереди. Похоже, у нас овцы. О, да. Это уже хорошо, потому что нашел овцу. Это хорошо, овечка. Поворачивайся задом. Есть! Черная овечка. О, это, кстати, я зря сделал, потому что можно было их приучить, приручить. Солнце где-то непонятно где. Так, а, это овчонок. Молодец. Так, давайте срочно сделаем верстачок, уже третий. Вот сюда ставим. Ищем кровать. Твою мать, нужно три шерсти. А вот если этого зарубать... О, мой... Нет, 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 нет. Что же я наделал-то? О, деревня! Да я сегодня везунчик, ребята, посмотрите. Это же замечательно. Надо скорее бежать туда и занимать кровать, потому что эти ублюдки сейчас, сейчас побегут и, в общем, займут. Сука, он уже зашел туда. Подожди, стой! Отлично, отлично. Норман Тенджел получил достижение. Спи, моя радостью, с ним. Замечательно. Так, теперь можно дом не строить, а просто всех тут выкосить топором и вот этого белого поджечь. Мне показался звук эндермена, это просто эти идиоты. Отлично. Красава. Тем не менее, я хочу построить свой дом. Вот прямо здесь, например, таки. Итак, да пойдемте еще деревьев нарубим, чтобы уж не задалбываться. Здесь и пещерка есть, можно будет сходить в нее обязательно. Посмотреть какие-нибудь алмазики, бриллиантики. Задобрить местную жрицу. Отлично. Какая длинная у нас рука. Я его убил, что ли? Последним ударом, похоже. Я даже этого не понял. Деревья начинают исчезать. Магическим образом. Вот и все. Вот и все. У нас есть очень много блоков, я смотрю. Причем разного дерева. И вот меня всегда бесило это неразбериха. Небольшую халупку. Такую, знаете, залупку сейчас построим здесь. Вот где только, я не знаю. Может быть, прям тут, рядом с этим. Я, вы знаете, как бы большое количество времени потратил на художество в своей жизни. Однако по мне это не сказать. Даже самый ублюдский, мне кажется, безвкусный человек, который в жизни, жизнь свою никак не связывал с рисованием, построит дом лучше меня. Серьезно, гораздо более красивый какой-то, правильно его грамотно расположит, а я нет, я не такой. У меня всегда какой-то квадрат обосранный получается, вот я начинаю строить и думаю, сейчас построю какой-нибудь красивый дом. И начинаю строить квадрат, и у меня получается квадрат, думаю, ну ладно, хреново получилось, давай следующий попробуем создать какой-нибудь домик. Я пытаюсь взять новый материал, там камень, дерево, и у меня получается каменный квадрат. Либо квадрат из другого дерева. И я этим очень недоволен. Что делать? Подскажите, подскажите. Отлично. Наш квадрат получился очень прямоугольным. Жрать нечего, кстати. Надо срочно кого-нибудь забить. Например, какого-нибудь местного. Или местную. Ну вот замечательная какая хрень. Наверх, я думаю, сделаем каменный верх. Так, жрать реально нечего. Как сделать плиту, я не помню. А, верстак давайте замутим сначала в доме. Так, травку надо всю тут убрать. Свою посадить. Вкусную. Вот. Значит, верстачок. Давайте вот от... Ага. Так, замечательно. Смотрим, что мы можем сделать. Дверь можем сделать? Дверь, да, дверь можем. Вот эту давайте. Березовая дверь. Очень солидно, между прочим. Костер, я думал, камин. А, пока его нельзя сделать. Печь. А какую сделать? Наверное, камень нужен.
скорее всего, да. И опять. Ну, переночевать ничего страшного. Мы вон у какого-нибудь местного там переночуем опять. Какая у нас белая комната. Прям как в моей палате. Да. В которой я раньше жил. Ну что, кого тут можно убить? Нахер. Может быть, вот этого? Да я думаю, этот здоровый трехблоки нас не одобрит это. А, пошли делать каменные топоры всякие. Кирки там и так далее. Кирка, знаете, такое имя какое-то для бабы уебищной. Дочь свою так назову, Кирка. Ой. Нет, все-таки это какая-то херня, мне она не нужна. Вот, ну то есть она потом понадобится, но... Блин, нафига туда опасно упасть? А пока что нас интересуют только булыжники. Твою мать. Твою мать, уйди отсюда. Лучник там, похоже, сидит. Стреляется в меня, засранец. Вот. Отлично, замечательно. Я очень рад. А, печка, печка. Должна появиться белый флаг. Блин, что это такое? Я даже не знаю. Белый флаг, первый раз такое вообще вижу. Картина. Обалдеть. Желтая шерсть? А, любая цветная шерсть. Вот, посмотрите, сколько всего сразу. Для печки нужно больше камня. Возьмем кирку сделаем. И пойдем снова туда. Обновка. Да, у меня мои действия очень не, блять, не продуманы, скажем. Я не хочу с ним пока сталкиваться, потому что у нас ничего нету такого, чтобы восполнить энергию. Я вон сдохну скоро, судя по всему. Ну, нам нужна печь, чтобы в нее лечь, вот, чтобы приготовить себе похавать. Вот, уже камень легче у нас идет. Так вот, в моих действиях нет логики. Я зачастую бегаю от одного места к другому и потрачу на это полчаса времени. Вот, кстати, уголь нам нужен. Потрачу полчаса времени, при этом выхлопа будет, и вот, пшик, и все, больше ничего. Серьезно. Я просто... Сколько я там шахты, походу? Сколько я времени потратил, и всего лишь-то ради того, чтобы наскрести немножечко камней... нарубить и построить обосранную печь. А надо все логично, чтобы и печь, и еще, и уголь, и огонь, и дом, и все, чтобы быстро было. И картину, и овечку зарубал, и... Где у нас? Вот она. Печь, отлично. Сколько всего я уже нахватал, да? Вот как быстро идет развитие. Отлично, печка. Так, уголь у нас есть, это просто замечательно. Баранина, свинина... Мы православные в этой игре, поэтому нам можно свинину есть. Мы же на Руси все-таки. А, так вот. Сейчас подождем быстренько, пока глянем инвентарь. Так, а поспать? Ну, поспать сейчас у местных поспим. Так что все будет чики-пуки. И пока вот эту жариться оставим. Отжарим свининку, правильно? Ну, как тебе говяжка-то местных? Ой, то есть баранина. Вкусно? Ну, конечно, вкусно. Давайте еще зарубим. Ну, легче? Лучше? Лучше. А у них тут что? Гей-деревня? Монастырь какой-то? Чё одни мужики-то? Где баба? Есть какая-нибудь баба здесь? Мухоморы гигантские. Спать можно уже? Ну, сейчас быстренько там время настанет. Просто, чтобы уж потом побежать за шерстью. Это нафиг выкинуть. Серая шерсть понадобится, наверное. А чё, может кровать? Во! И к себе... Конечно, зачем нам шерсть какая-то? Кровать просто стыбзил и все. Ща какой-нибудь работяга придет, думает, ах, посплю-ка я после тяжелого рабочего дня. Такой, нет, слушай, куда, не понял. Извини, я сам посплю. Так, О, ёб твою! Это что это было сейчас? А, вот все. Так ночь уже, чувак, я спать хочу, все. Отлично, все. Так, ну ж... А, да, свинину надо взять с собой. Потому что здоровушку-то все-таки надо... Нихера себе, три двери. Обалдеть, зачем они мне, правильно? Вот сюда. И двери... Вот эту хер... Да, это вообще выкинуть надо. Топоры все эти. Что там, меч можно сделать уже? Меч. Лопата. Вот и все. Остальное все выкинуть. Овечек. Нет, зачем нам овечки? Нам не нужны овечки.
А что нам нужно-то? А, хотя нет, нужны коровы, бараны. А что они едят? Они едят урожай, вот этот вот. С одной стороны, вы скажете, чувак, так неинтересно. Потому что это не ты все придумал. Тебе нужно обустроиться. В том плане, что, ну, самому. Зачем они выходят, я не понимаю. Давайте зарубим его. Отлично. Это что такое? А, это лошадь. Обалдеть. А, сделаем сейчас заборчик для овец. Вот где жрат... Да ёб твою мать, надо выкинуть совсем далеко, чтобы с концами вот сюда. А хотя семена нам может и понадобиться. А, кирка нахер не нужна. Плоть тоже. Плоть. Стоп, а чё это пшеница-то одна? Так надо сажать, что я сделал-то. Вот и все. Поле чудес. Замечательно. Так, крышу я хотел сделать. Крышу над головой. Давайте вот так вот. Эх, камня надо много. Так, желательно бы еще найти уголь. Уголь, потому что нам нужны факелы. Так, а я боюсь темноты, мне темно и страшно, что делать? Твою мать, да что ж ты будешь делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая... Как дамажит сильно, ну-ка. Ну, в смысле, отдача прям мощная. Может, здесь уголь есть? Надеюсь, сейчас посмотрим. Летучие мыши тут какие-то обосранные. Ой, боже мой, надо же далеко куда-то идти. Во! О, господи, ну-ка, отойди, давай быстрей. Ну, что там? Гори, гори давай, скелет. Ублюдочный. Давай, сдохни. Ах ты, падла, ну ты посмотри. Все? Блин, да че он не горит-то? Обалдеть, сколько он... Сколько он это... Сейчас подправим здоровушку. Да. Отлично. Там и железо рядом. Фух, у меня что-то нервы даже. Мне, хоть мы не где-то глубоко в пещере, но тем не менее, мне неприятно здесь находиться. Честно говоря, как-то не по себе. Было вот сейчас до того момента, как я нашел, как я сделал факел. Только вот жратвы опять у нас нет. Отлично, но только всего лишь два куска железа. Вот угля, я знаю, в этой игре же задницей просто ешь, серьезно. Хоть он и быстро расходуется на всякие факелы вот эти вот. А, но тем не менее, его предостаточно. Так, опять эта херня здесь, на которую я натыкаюсь. Так, побольше уголька сюда. Или я просто не знаю, сколько его надо, кстати. Сложно сказать. А, ну и потом железяку. А, забор нужен для этих, для скотины, короче, всякой. Так, время пока есть. Вот. Давайте, что ли. Какая длинная у нас все-таки рука загребущая. Посмотрите просто. Так, это нахер не... Из березы лучше, наверное, не заборы строить, а все-таки какие-то дома. Вот. О, саженец. Саженец березы. Пускай... Пускай садит здесь. Мы же вот за эту экологию. Ёпта. Так, можно же вот так сделать и все с шифтом. Ты что сделал сейчас? Ну-ка, отойди. Да блин, я хочу много сразу этих березовых. Как? А, можно несколько раз нажимать. Просто вот так вот. Хоба. Что, никак?
Почему-то... А, палок-то нет, ёб твою мать. Где у нас солнце-то? Садится, но ничего страшного. Траву было не обязательно рубать. Какой-то узкий, да, получился. Потом на расширение пойдем. Твою мать, здесь надо достраивать будет. Вот видите, ну что, про что я и говорил. Я даже еще забор не успел построить, что, собственно, планировал в самом начале. Но уже спать приходится. Спи, моя радость, усни. Сейчас крипер какой-нибудь здесь как респаумится, я охерею просто. Фух, слава богу, нет. Нужно факел поставить, но чуть-чуть попозже. Очень переживательный момент, потому что нету жратвы и здоровья все меньше и меньше. Так, здесь тем более еще какая-то пещера одна. Так, вот, собственно, про что я и говорил. Все как-то у меня очень криво выходит. Непродуманно, скажем. Как вы видите. Отлично. Только нам нужна не одна овца. Ай-яй-яй-яй-яй. Вторую-то где найти? Там вот какая-то херня. Нет, это цветок. Всех овец я перебил здесь, похоже. Хотя нахер, вон корова есть. Ну, если одна, то это тоже плохо. Хотя их можно, в принципе, спарить вместе. Здесь как-то херово с животными. Вот. Может... А, так курица же есть. Чё я парюсь-то? Зачем нам корова? Вот же курятина. Блин, а... Давай сюда идти. Я уж забыл, откуда я пришел. Ой-ой-ой. Да быстрее, ёп. Где моя хата-то? Охренеть, я заблудился. Да давай быстрее, я заблудился уже. Твою мать, я уже не могу бежать. Сука. Давай быстрее, беги за ней, беги. Все, я уже задолбался, я бежать не могу. Фух, я думал, сейчас нахрен убьюсь опять. Цыпай. Давай. Мой чикен магнахец. Давай. Оп. Все. Отлично. Романтический ужин. Какое жесткое название. Ведь они и вправду ужин. Отлично. Помирили мы курочек. Теперь можно и спать. Две железки. И курятинку сейчас замутим. Яйцо нам нахер не нужно пока что. Эх, одной не хватило ячейки здоровья. Для здоровья. Так, а цыпленок-то у вас появился? Или я что-то не врубаюсь? Или вы гомосеки? А, вот, отлично. Ну? И чё? А, они только кормленные, точно. Чё это я? Всё, а давайте сделаем себе крышу, а то я уже сдолбался. Камень. Сделаем очень немножечко такую странную крышу. Ебанутую. Как я. Ну, опять нам не хватило. Ну, ёб твою мать. Ну, я вот так и знал. Я думал, 20 штук хватит. Ни хера подобного. Так, здесь мы вроде должны быть в безопасности. Я осветил. Вау. Опасно. Твою мать. Бейся нахрен об стену, чувак. Так как железа у нас нет... Резонно собирать камень. Увеличить вероятность нахождения железа вот этого вот. Твою мать! Ну что ж я такой непросчетливый-то. Так, а это у нас для санузела будет слив. Я такой еще засранец. Так, здесь у нас что? 22 тридцатка. Отлично. Ну-ка. Давайте сюда. А, и теперь просто изнутри сделаем. Хотя я как бы не прочь полюбоваться звездами. Да, мы знаете, что, наверное, сделаем? Не-не-не, блин, я испортил камень, скорее всего, да? Теперь это будет, наверное, булыжник. Жаль, да, это будет булыжник. Мы сделаем немножечко другое. Мы сделаем стеклянную крышу. Вот это будет круче. У нас есть под боком песок здесь. А вот это будет гораздо интересней. Так, нежели та херня, которая была бы с каменной крышей. Это было бы ни о чем. Но забираться, в принципе, не надо. Я вот что хочу сделать. Давайте
поспим, потому что ночью как-то темновато и ни хрена не видно вообще ничего. Отлично, мы проснулись, хотя лучше бы сдохли во сне, потому что вон сколько нам всего делать еще. Мадафака. Лопата у нас есть. О, стекло, блядь, появилось. И уголь нашли. О, ёб твою мать, затопили, затопили. Ну, можно закрыть просто-напросто. Чё орать-то, правильно? Хотя посрать, пускай затопится, я не знаю, все равно. Надо сделать несколько печек, я вот что подумал. Потому что действительно с одной печкой неудобно. Уголька давайте, он тоже в расход идет все-таки как-никак. Ништячок, погнали. Сейчас замутим печку еще одну. Факел еще надо будет сделать дома. Где у нас печка? О, броню уже можно сделать даже, потому что есть железо. А, нет. Ну, скоро можно будет сделать. Коптильня. Где печь обосранная? Вот она. Уголька сюда еще. А, нет, это надо было в другую печь. Вот в эту. Сюда вот. Сюда угля не помешает чуть-чуть сделать. Пополам, что ли, примерно. Так, а здесь мы будем фигачить стекло. Стекло же получится, сейчас посмотрим. А то какая-нибудь херня непонятная. Да. Нам, кстати, не помешает действительно уголь. Потому что как-то его маловато сейчас стало вдруг резко. Пойдем покормим птичек, потому что кушать-то хочется. Отлично, размножайтесь. Тебя тоже, наверное, надо, да? Ну, хер его знает. Может, быстрее будет расти, я не знаю. Как-то медленно они размножаются. Тем не менее, мы можем спуститься глубже и, наверное, сдохнуть там нахрен. Потому что там темно и страшно. Вот, не помешала бы лестница, кстати говоря. Ой, ё-моё. Что бы тут сделать-то такое, даже не знаю. Прыжок веры, как в Ассасине. Да, неудачная пещера, потому что без факелов туда стрёмно идти. Поэтому поищем какую-нибудь более, что ли, поверхностную, найдем факел и отправимся, собственно, в путь. Ладно, сделаем это в следующей серии. Я, может быть, план какой-нибудь продумаю, чтобы быстрее активизироваться в этой игре. Как-то быстрее соображать, что ли. Вот, хотя вряд ли это мне поможет, я же дегенерат. Но, тем не менее, попытаюсь. Как-то более активно развиваться здесь. Продумывать всякие шаги. Потому что, видите, я параллельно и курочек выращиваю. Там и, твою мать, и вот такой херней страдаю. И чем еще? И дом пытаюсь построить, и уголь найти, потому что его ни хрена нет у меня. Грядки не топчутся, как... Мне кажется, раньше топтались. Но если прыгнуть на нее, то с ней будет все плохо. Ну, собственно, такая вот, как какой-то бункер на поверхности у меня получился. Хотя, в принципе, неплохо. Не дворец, но есть какой-то, что ли, как артхаус. Нет, этот, в общем, интерьер. Так, давайте стекла зафигачим. Кстати, можно сделать цветные стекла. Серая шерсть. Так, ножнички можно сделать. Нет, мы не сюда зашли, вот сюда. Стеклянные панели, кусочек железа. Непонятно зачем, я не знаю, не помню. Так, это черный краситель. Это, кстати, он, это к кальмарам местным надо обращаться. Я видел парочку где-то здесь неподалеку. И, как вы видите, я опять не рассчитал кубы. Хотя даже не то, что не рассчитал. Ну, чуть-чуть не хватает, мне кажется. Чуть-чуть. Как-то очень быстро эти стеки. 7 у нас. 1, 2, 3. Ну, не хватит, к сожалению. Тем не менее, уже что-то есть. Уже какая-то зал-халупа. Красивая. Такая красивая, что я даже в ней бы пожил. Надо сюда комп поставить и здесь стримить. Вот. Ну, все, спасибо. Пока. Вот, обязательно поиграем еще, наверное. А если вы слышите какие-то булькания на фоне, я сейчас черепаху пойду убью, она у меня там с ума сошла, похоже. Ладно, шучу. Всем пока.